идет вторая перегонка сахарного спирта сырца. Холодильничек утилизирует почти всю мощность нагрева. По-моему, он там еще не на максимуме. Как я и говорил в прошлом видео, на этом втором перегоне буду настаивать цветы полыни на абсент. 4 литра в час идет отбор, где-то примерно со спичку. Толщина струи. Также хотел отметить вот эту вот медную трубочку. Я исключил силикон, точнее соприкосновение алкоголя с силиконом путем замены силиконовой трубки на медную. На пятом баллоне крепость стала падать с 85 до 83. Таким образом, из 15 трехлитровых банок получилось 10. Ну, не считая вот этого полбаллона хвостов. Второй перегон. Теперь на этом всем деле мы настаиваем цветы полыни. Приступаю к следующему этапу. Буду замачивать листья полыни в самогоне крепостью 80 градусов. Для этого буду использовать фальш-дно, которое использую для приготовления пива. Оно нам понадобится для того, чтобы сами листья не пригорели. У меня есть тут листы полыни. Правда, собирались они уже давненько. Ну, собирались в период цветения. Сейчас мы их весим. Два килограмма. Если надумаете повторить то же самое, то будьте готовы, что полынь очень горькая. И пыль от нее тоже оседает везде. Дышать невозможно. Десяти банок как раз хватило замочить все это дело, потому что фальшно забрало объем. Я думал, что не перекроет. В общем, методом нагрева я буду настаивать это пару дней. Сейчас чуть-чуть нагрею, потом завтра и ближе к вечеру завтрашнему еще разок нагрею, чтобы ускорить процесс.
вытяжки. Да и будем перегонять послезавтра. В общем, пару дней на настаивание и на перегонку. Включил газ на 15 минут. Сейчас я здесь весь этот объем подогрею. И оставлю до утра настаиваться. Также поставил царгу полметровую, чтобы обезопасить все эти действия, потому что работа со спиртом опасна, тем более когда все это совмещено с огнем. Это видео не является призывом к действию, тем более если у вас нет опыта. Также еще хотел сказать про фальшдно. Почему я его использовал? Потому что перегонять буду все это дело вместе с цветами. И чтобы это все не пригорало. Потому что объем большой. И по пропорциям также уточню, что все делается сугубо индивидуально. Никаких пропорций и рецептов пока не придерживаюсь. Разбавляю весь этот состав до 70 литров, что составляет 2/3 куба. Перемешиваю и начинаю перегонку. Очень сильный аромат полыни стоит. На третьем перегоне отобрал где-то 700 грамм голов. -86 градусов показывает. Перегонка идет полным ходом. На пятом баллоне появился яркий желтый цвет напитка. Скорость увеличилась все-таки до 6 литров в час. Ну и показать по цвету. Вот они идут по порядку слева направо, как набирают желтизну напиток. Первый баллон был вообще прозрачный. И потом пошел. Желтее. И пятый уже совершенно желтый. Дальше будет производиться подкрашивание в зеленый цвет травами. Ну еще надо будет разобраться с рецептом, выбрать, какие травы будут добавляться. На улице дождик идет. Вот такой вот пирог из цветов полыни. Выпал из куба. Все, выкидываю. Пришло время для окрашивания абсента. Для этого нам потребуется 14 грамм цветов горькой полыни, 120, примерно 130 грамм мелиссы и приблизительно 300 грамм иссопа. Сейчас все это засыпаю и оставляю на 2-3 недели настаиваться. Я возьму два баллона, залью в десятку и засыплю сюда настаиваться травы.
спустя 3 недели прошла фильтрация от трав. Сейчас будем заливать все это в общую емкость. Изначально он вот такой вот желтый выходит. Сейчас проверим, окрасит ли его трава в зеленый. Это был основной состав. Теперь заливаем окрашенный. Желто-зеленый цвет вышел в оконцове. Сейчас он полчаса стоит, плавненько смешивается, потом обратно заливаем по еще дополнительно проаэрировать. То есть насытить кислородом. Для улучшения вкусовых качеств. Это я сделал обычным аквариумным насосиком. Такой маленький, тихо работающий на резиновых ножках. Очень удобная вещь для этих дел. Единственное, что меня смущает, это нужно исключить опять этот силикон. Ну, я надеюсь, следующее приготовление абсента я обзаведусь хорошей нержавеющей лейкой. Заменю вот этот шланг тоже на насосе.